Сейчас пришло время, когда во всех бедах решили обвинить журналистов. Мы виноваты, видимо, в том, что экономика российская падает, что нефтяная игла все засасывает. Журналистов надо обвинить в экстремизме и посадить. Абдул-Мумин яркий пример у нас здесь. Отдельно по ситуации с признанием иностранными агентами, я думаю, это определенная кампания со стороны государственных органов, со стороны органов власти, которая ограничивает независимую журналистику и всеми возможными и невозможными способами пытаются ограничить какую-либо точку зрения, помимо официальной. А как считаете, то, что сейчас проводят СМИ, признают иностранными агентами, проводятся обыски, давление, задержание на журналистов? Это неправильно, я считаю. Такого не должно. Я считаю, что у нас здесь как бы преследуют журналистов и их как бы обвиняют в сфабрикованных делах и как бы подставляют их, тем самым закрывают, так сказать, вот на долгие сроки, при том, что не могут ничем доказать. Я думаю, свобода слова должна быть.